Городские власти очистили зону ЮНЕСКО Ярославля от незаконных рекламных конструкций. В частности, от установленных на городской земле рекламных баннеров. 2 декабря их убрали со всей территории улицы Кирова. С подробностями мой коллега Евгений Полковников. Демонтаж рекламных баннеров начали с самого утра, несмотря на мороз. Предстояло убрать 8 стационарных щитов. На всех них была только одна надпись «Люблю свой город». Как выяснилось, разрешение на любовь мэрия не выдавала и предложила рекламщикам самим убрать их. Но ответа делом не последовало. Мы демонтируем незаконные рекламные конструкции, соблюдя всю процедуру. То есть сначала были выданы предписания о демонтаже. Компании рекламные не признались, чьи это конструкции, не демонтировали. Поэтому было принято решение о демонтаже этих рекламных конструкций силами мэрии. Позиция городских властей и депутатов муниципалитета в отношении рекламы в зоне ЮНЕСКО, а улица Кирова находится в ней, однозначно. На ней не должно быть незаконных рекламных конструкций, стационарных в первую очередь. Кстати, такие же щиты силами мэрии были демонтированы недавно в депутатском переулке. Демонтажом вот этих сети форматов на улице Кирова фактически заканчивается наведение порядка в центральной части города. Больше в зоне ЮНЕСКО нет ни одной незаконно установленной рекламной конструкции на городских землях. При комплексном демонтаже незаконных баннеров требуется работа нескольких служб мэрии, в частности ДГХ. Его специалисты восстановят разобранную возле баннеров плитку. Вся плитка вокруг рекламных конструкций заранее разобрана. Сегодня вечером, завтра с утра нам будет обратно положено, соответственно, сформирована будет целостность полотна плиточного. Работа по демонтажу незаконных рекламных конструкций будет продолжена по всему Ярославлю и в следующем году. Евгений Полковников, Василий Мосин.